Всім привіт! В студії Настя Сидько, і сьогодні ми розмовляємо з головним редактором українського офісу «Бюро 24/7» Олексієм Тарасовим. Привіт, Олексію! Привіт! Почнемо з того, що онлайн-лайфстайл-медіа в Україні почали з'являтися не так давно. І здається, що сам термін сприймають досить насторожено. Як ти вважаєш, взагалі потрібно сперечатися з людиною, яка вважає, що лайфстайлу не існує? Ну, тут можна тільки доказувати своїм приміром, да, приміром свого существування. Делая какие-то хорошие, интересные вещи, привлекать внимание аудитории, и тогда она поймет, что ну вот на самом деле мы существуем и иногда делаем ну, неплохие вещи. А працювати в лайфстайлі – це означає мати ліки від старіння? Чи може бути, наприклад, прірва між редакцією і аудиторією в покоління, коли редакція – це міленіали умовно, а аудиторія – покоління Z? Я думаю, що це можливо. Ну, просто еще же история в том, что, например, в украинских медиа все довольно молодые, да, и уж так сложилось исторически, что это нормально, в принципе, когда там редактору, главному редактору лет 30. Немножко другие вещи происходят в мировых медиа, да, то есть 30 лет это еще, как правило, там, ну, журналист или, может быть, младший редактор. Ну, я к чему это говорю, что на Западе, например, да, главные редактора и люди, которые делают самые важные вещи в том или ином СМИ, они гораздо старше. То есть если это нет проблемы там, я не думаю, что здесь есть проблема, что эта проблема актуальна для нас, но мне кажется, что пока что нет такого возрастного разрыва. Это, ну, это приблизительно одни и те же люди, приблизительно одного и того же возраста. Иногда, кстати, бывает, что люди, пишущие для медиа, наоборот, младше. Ну вот у меня есть редактор, очень хороший редактор культуры, ей 23 года, да, а наша аудитория все-таки чуть-чуть постарше. А якраз нещодавно Тіна Браун випустила книжку «Щоденник Vanity Fair», і вона там писала, що, ну, якщо взяти там англійську редакцію, то вони набирають авторів і фотографів як учасників якоїсь там оперети, а американська редакція навпаки набирає кабінет міністрів. А на що схожа редакція «Бюро 24/7»? На передвижний цирк. Да, это больше похоже на передвижной цирк, шапито. Я понимаю, конечно, Тину Браун и Vanity Fair — это одно из самых авторитетных изданий с самыми большими бюджетами в этой индустрии. Конечно, поэтому они могут набирать себе кабинет министров. И они сотрудничают с самыми топовыми авторами, фотографами и так далее. Ну, в нашем случае мы, разумеется, точно так же стараемся привлекать самых интересных, дерзких и, в общем, людей, которым есть что сказать. Но в нашем случае это все-таки больше цирк, да. Вынужден признать. А яка найважливіша якість, якою повинен володіти журналіст лайфстайлу? Ну, мне кажется, есть несколько вещей. Я немножко говорил об этом на мастер-классе. Грамотность и внимательность — это базовые, совершенно базовые вещи. И второе — это он, ну, искренне должен любить тему, которую он освещает. Ну и 25-й, он не должен очень легко поддаваться на какие-то коррупционные предложения. Ну, в смысле, коррумпировать журналиста в лайфстайле очень просто. Бесплатными билетами, приглашениями, какими-то подарками. Вот. Это не значит, что он не может совсем принимать такие подношения. Важно то, чтобы от этого не страдало само медиа, чтобы вдруг внезапно не оказалось, что если нам дарят много билетов, не знаю, на концерты Лилии Сандулесы, то Лилия Сандулеса у нас главный персонаж нашего издания. А є якийсь ліміт, якщо, наприклад, там подарунок дорожче там, $300, ви не приймаєте, тому що це підкуп? Я думаю, що нам і не дарять нічого дорожче $300. Пройшли ці времена. Скажем, коли я працював в Esquire, і це було з Саном і Медіа, там було таке условие, що до определеної суми, там чуть ли не до 600 гривень, тобто долар був по 8, тобто це було менше $100. Я точно пам'ятаю момент, коли я вступил в должность главного редактора, и один такой большой магазин прислал мне, значит, какие-то духи, ну, какой-то парфюм, значит, довольно дорогостоящий.
Если я не ошибаюсь, его вернули обратно. Возможно, это испортило мои отношения с этим магазином, я не знаю. Но, в общем, да, конечно, во-первых, их никто и не дарит. Во-вторых, мы все понимаем, и журналист должен понимать, что если он принимает такой подарок, значит, короче, его могут ждать какие-то странные последствия, в том числе в отношениях с этим, с человеком или с организацией, которая ему это дарит. А є якесь головне питання, яке ви ставите людині, яка хоче у вас працювати або хоче прийти на стажування? Чаще всего, я думаю, я спрашиваю про стрессоустойчивость, потому что люди в том графике, в котором мы работаем, они довольно быстро изнашиваются. Mm-hmm. Это не пренебрежительный термин или глагол, а просто потому что много работы, да. Це справді 24/7. В некотором роде понятно, что мы отдыхаем, спим ночью, но иногда бывают какие-то вещи, которые происходят по американскому там времени, и поэтому мы ночью не спим, мы хотим это быстрее поставить или там, что угодно, да. Вот, люди быстро устают, поэтому главное стрессоустойчивость. И плюс есть еще момент, когда мы можем давать тестовые задания, этим тоже легко проверить. Если человек уже исчез, то все понятно. Тобто знати тексти пісень Моррісі не обов'язково? Нет, с Моррісі вообще, это все добровольно. Я более того, я знаю, что он не собирает каких-то удивительных просмотров, хотя, когда он там высказался в защиту Кевина Спейси, у нас были замечательные клики, и я немножко гордился тем, что хотя бы таким способом мне удается пропагандировать музыканта, который мне нравится. Хотя он делает спорные вещи. А якщо вважати, що кожне медіа – це фільтр, то читач, відповідно, обирає те, якому він найбільше довіряє, з яким у нього збігаються інтереси і думки. А це найлегше робити, коли ти знаєш, кого читаєш. От. І чи повинен журналіст лайфстайлу бути трендсеттером і мати ім'я? Я, скажем так, я не очень люблю, когда журналисты, редакции очень много фотографируют себя. Есть масса таких примеров. Мне не кажется, что это плохо. И, возможно, скорее всего, это правильно, потому что действительно аудитория соотносит себя с этими людьми. По крайней мере, может увидеть, вот этот человек выглядит так. Лично мне просто субъективно это не нравится. Как мне кажется, если журналист что-то собой представляет, то есть представляет собой некую личность в меру полноценную, то у него в любом случае будет аудитория, так как мы никто не можем избежать социальных сетей, то неизбежно у него будет аудитория в этих социальных сетях, и если есть зачем его читать, читать его будут. Прям специально ставить такую цель, чтобы, все фотографировали і брали автографи, мені кажется, це странно. Більше хотіла трошки поговорити про кіно, тому що ви і кінокритик також. Ми договорились на ти, і я теж почав вдруг почему-то говорити на ви. Про створення першої української кінопремії ти відгукувався досить схвально, казав, що, зокрема, це сприятиме розвитку цієї традиції червоної доріжки. Ми будемо впізнавати цих акторів, режисерів в лице. Але, незважаючи на цю кінопремію і такий, ренесанс українського кіно, ця тема в лайфстайлі все одно залишається якоюсь нішевою. Чому так? Должно пройти какое-то время. В случае с кино это, требуется больше времени. То есть должен появиться один, второй, третий какой-то большой хит, за который нам не будет стыдно. Например, вот сейчас, если верить бокс-офисам, информации, которую предоставляют прокатчики, там какую-то хорошую кассу, например, на Западной Украине собрал фильм «Дзидзю», но при этом это, наверное, не совсем то, с чем мы хотим себя соотносить, при том, что я с уважением отношусь к тому, что он делает. Так вот, сначала должны появиться вот те фильмы, которые мы полюбим, они могут быть маленькими, они могут быть кассовыми хитами, из них их участники так или иначе становятся звездами. То есть это постепенный процесс, это чуть-чуть медленнее, чем с музыкой, потому что сейчас у нас есть всего несколько имен, которых мы не знали раньше. Там, актриса молодая, Катя Молчанова, да, фильм, в котором она участвует, снималась, «Уровень черного», да, там выдвинули на Оскар от Украины. Но все равно это такой... Это действительно постепенный процесс. Да, мы, лайфстайл, вот этот так называемый, мы
первыми же поднимем на щит, хочется сказать в хорошем смысле, ну, в общем, первыми же покажем этого героя, но для того, чтобы за нами последовала массовая аудитория, нужно чуть больше времени. А назви тоді українське кіно, за яке тобі особисто не соромно. Я посмотрел на Одесском кинофестивале несколько фильмов. Есть документальный фильм, он называется «Главная роль». Это фильм режиссера Сергея Буковского, сейчас боюсь переврать, mm-hmm. ну, точно Буковского. Он снимает свою маму, ей, ну, если я не ошибаюсь, около там 70 лет, ну, она уже взрослый mm-hmm. человек. Она актриса, очень фактурная, с очень красивым низким голосом. И вот он снимает ее, она что-то рассказывает о себе, он показывает ее, как она участвует там в съемках каких-то там, не знаю, то ли телевизионных проектов, чего-то такого. И это очень интересный портрет. И в итоге, посмотрев это кино, мы что-то узнаем об их отношениях и понимаем, ну, как-то можем перенести на себя вот эти отношения матери и сына, ну, там, матери и детей, да. Есть хороший фильм, тоже я большой поклонник этих ребят, тоже документальный, это Роман Бондарчук. Они с своей девушкой или жена, уже сейчас Даша Верченко, сейчас перевру все имена и фамилии, в общем, они снимали, лет 10 они снимали документальный фильм «Диксиленд». Это о джаз-бенде в Херсоне, mm-hmm. вот, и это очень живое, то есть вся история начинается с того, что такой преподаватель еще такой советской закалки набирает совсем молодых людей, ну, там, детей, они начинают играть, там развивается эта история, и это интересно. Фильм «Стримглав», он же «Стримглов» Марины Степанской, мне кажется, что это уже достаточно близко к, ну, такой маленькой камерной мелодраме с небольшим актерским составом. У меня есть вопросы там к финалу еще к каким-то вещам, но там очень хорошо, очень интересно подобраны актеры. И одна из лучших вещей, которые почти ни у кого пока не получаются, это когда актеры красиво молчат и смотрят в кадр. Ну, выходит, что документальное кино все-таки переважает. Я не думаю, я думаю, что просто с художественным, ну, реально дольше. Mm-hmm. Ну, документально это тоже очень сложно, но вот так совпало. Я еще некоторых фильмов не видел, я не видел этот фильм «Межа», хотя есть люди, которые его хвалят. Это украинско-словацкий. Да, украинско-словацкий, mm-hmm. который Словакия выдвинула на «Оскар» от своей страны. И если я не ошибаюсь, Словакия — это там кассовый хит. Я не знаю, нужно посмотреть, сделать какие-то свои выводы, но то, что сейчас много всего запускается на эту тему, я имею в виду, много кино запускается в Украине, в общем, я совершенно убежден, что это ренессанс. Угу. А яка взагалі тоді зараз роль критика, кінокритика, в принципі? Тому що був такий прецедент, Людмила Гордиладзе, директорка «Жовтня», якось себе на сторінці в Фейсбуці написала, що якщо ви хочете сказати щось погане про кіно, яке вийшло в прокат, особливо національне, то зробіть це там на третій тиждень прокату. От як з цим буде? Я вважаю, що, звісно ж, ні, це неправильно. Звісно ж, критики, если мы говорим о профессиональных, например, я не являюсь профессиональным mm-hmm. критиком, да, ну, в смысле, никогда им не был в то время, когда я этим занимался, но, разумеется, перед критиком стоит ответственность, особенно когда мы говорим о национальном кино, об украинском кино, потому что сам по-хорошему критик может повлиять только на это. Он, угу. вне зависимости от того, что он напишет о 25-й части «Пиратов Карибского моря», «Пираты Карибского моря» не соберут меньше. Да? Ну, то есть на это он не повлияет. И западные, кстати, тоже на это не влияют уже давно. Но конкретно с национальным кино здесь задача состоит в том, что хороший и правильный критик, их осталось очень немного, он обязан, ну то, что обязан, он может помочь режиссеру, он может... ну, как это сказать, указать на какие-то его, например, ошибки, да, но именно исходя из этого, снимая свой следующий фильм, режиссер сделает его лучше. То есть это человек, ну, у нас почему-то критика является синонимом синоним некой ругани, да, то есть в смысле критик, он ругает, это не так, или критик критикует, в смысле
это неправда. Критик — это связующее звено между аудиторией, да, и режиссером. И он помогает и тем, и другим. Поэтому, когда мы говорим о том, что это нужно, ну, рецензии на национальные фильмы нужно показывать спустя 3 недели проката, ну, нет, это неправда, это так не должно быть, медиа так не работает. А яких критиків ви особисто самі читаєте і могли би порадити? Я мало читаю критики, вообще почти не читаю критики русскоязычной, украиноязычной. У нас в украинском медиапространстве из немногих людей, кто реально профессионально за этим следит, это Даша Бадьор, она работает в издании «Левый берег», да. Ну вот это вот человек, который профессионально, систематично отслеживает украинский кинопроцесс. То есть даже какие-то вот мелочи, которые, может быть, не особо важны массовому зрителю, она знает, что там происходит, она в курсе происходящего. Это очень круто, и большой респект ей за это. А читаю, ну, я не знаю, я люблю там какой-то Дэвид Эдельштейн, есть такой в Нью-Йорк Магазин. Я не скажу, что есть какие-то прям авторы, которых я обязательно прочитаю. Из русскоязычных когда-то был лучший человек, кто писал кино на русском языке, был такой Роман Волобуев. Он стал сам режиссером. Да, он снял 2 фильма, от одного из них отказался. Ну вот он был лучше всех. Был его напарник, и он остался с такой Стас Зельвенский. Он по-прежнему, да, он по-прежнему, они оба работали в афише. Кажется, Зельвенский по-прежнему туда пишет. Если я туда на него попадаю, очень люблю. Терпеть не могу критика Антона Долина. Почему? Это странная форма излагать свои мысли. Ну, для меня, на самом деле, кинорецензия, возможно, мое мнение не совпадет, и 100% наверняка не совпадает с той огромной аудиторией, которая читает его тексты, но для меня это прежде всего сам текст, мне интересно это читать. Мне не то, что важно знать, что вы там, как вам кажется, хорошо это или плохо, что тут удачно или неудачно, мне интересен текст, мне, ну вот, вот, а он, они совершенно бездарные. А яке найскладніше редакторське рішення, яке вам доводилось приймати? Кого-то увольнять, кого-то нанимать. Вот это самое, всегда самое болезненное, когда есть, ну, учитывая, что, скажем, редакции сейчас в украинских медиа почти во всех очень небольшие, и наши в том числе, нас всего 10 человек, да, так или иначе мы все равно как-то породняемся, да, то есть мы, может быть, никакие не друзья, но, тем не менее, количество времени, которое мы коммуницируем в течение там, дня, недели, да, его так много, что все равно возникает стокгольмский синдром, да, где, конечно же, похитителем и насильником являюсь я, а жертвами вся остальная моя редакция. Так вот, когда приходится принимать это решение, что нужно поменять, попрощаться с этим человеком и взять нового, это самое сложное. А коли люди хочуть піти, як ви це легко сприймаєте, легко їх відпускати? Якщо це рішення чоловіка, ну як легко? Ну, ми всі прикипаємо друг к другу, ну я це переживу. Я же, у мене ж нет серця, поэтому я це переживу. Незамінимих людей нет. Есть незамінимі люди, но это нормально, когда человек хочет, ну, как-то сменить или род деятельности, или что-то, хочется чего-то нового. Мені самому це знакомо. А розкажіть історію свого найбільшого факапу. Ой, треба подумати. Прям самого большого. Було багато мелких. Вони були, вони продовжують случатися. Наверное, це щось з времен Esquire. Є длинна історія, попытаюсь ее коротко розказати. Ми хотіли поставити на обложку Сильвестра Сталлоне. Мы купили уже интервью с ним, потому что, ну, мы сначала запросили, ну, возможность поговорить или хотя бы, я не знаю, по имейлу задать вопросы, нам отказали. Тогда там форма такая, есть интервью, готовое мы его покупаем, и есть фотографии, которыми мы сопровождаем это интервью, и, как правило, их нужно утвердить с агентом актера, ну, артиста. И артист, агент, сейчас это точно длинная мутная история, но я сейчас попытаюсь коротко. Короче, агент говорит, хорошо, для того, чтобы я вам утвердила в этом случае фотографии,
я хочу посмотреть текст, который будет сопровождать. Ну, типа, мы на самом деле не должны его показывать, но в таком случае мы вынуждены. Я присылаю текст, почему-то внезапно это агент пишет, что это какая-то вообще желтая информация, что это все какое-то вранье, фотографии чудовищные, все ужасно. Мы совершенно не понимаем, что происходит. Какое вранье мы купили, это у каких-то важных британцев, либо Observer, либо Guardian, ну, то есть не таблоида. Тогда мы пытаемся просто идти обходными путями, обращаемся в другое агентство, которое нам говорит, что они очень просто, даже те фотографии, которые нам нравятся, смогут утвердить с агентом, ну, типа, у них потому что есть такой опыт, присылай, короче, соглашайтесь, мы все порешаем. В общем, в итоге выясняется, это агент запрещает публикацию всех фотографий и фотографий Сильвестра Сталлоне на бошке на всю постсоветскую территорию, включая Прибалтику, пишет письма проклятия нам, пишет центральный офис Хёрста в Нью-Йорк. Она пишет, более того, она представляет не только Сильвестра Сталлоне, еще там гигантское количество голливудских актеров. И она пишет, что если вы продолжите настаивать на том, чтобы опубликовать это интервью, а мы можем его опубликовать, мы имеем на это право, мы не обязаны его утверждать, там нет в договоре, это не прописано. Тогда под угрозу попадают все эсквайры, кажется, в тот момент их было уже 30 всего мира, на всех этих, значит, замечательных актеров, которых, ну, там, талантов, которые, талантов, которых она представляет. Ну, разумеется, нам пишут из главного офиса. Да, из главного офиса говорят, уберите это интервью. Я понимаю, что убирать его не буду. Я, понятно, не буду делать обложку, но у меня есть уже там 6 полос, которые мне нужно заполнить. Ну и еще там так получается, что в переписке я пишу, что like, ну, со своим нью-йоркским офисом я пишу, что like, she behaves like a cunt. И там в копии просто какая-то женщина. И, ну, в общем, нью-йоркский офис возмущается, что я посмел употребить слово cunt в деловой переписке. Я перед всеми извиняюсь. Вообще, в итоге интервью с ним все равно выходит. Агент этого никогда не замечает. Но потом у нас была теория заговора, что именно из-за этого нам отказывали очень много раз, когда мы обращались по поводу интервью или просто обложки. Окей, ну а тепер просто коротенький бліц. Короткі питання, короткі відповіді. Твіттер чи Фейсбук? Твіттер. Ви коли-небудь засинали в кіно? Много раз. А які це були фільми, може пам'ятаєте? Любые. Це, напевно, на фестивалях? Я засипаю на кінофестивалях, я засипаю, кстати, я чаще всего засипаю на блокбастерах. То есть что-то такое там, что-то жужжит, звенит и так далее, я сразу засыпаю. Все мои друзья с меня смеются. Краща порада, яку ви отримали в житті? На фотографиях держать голову вниз, чтобы не было 5 подбородков. Якщо не журналістом, то ким би ви були? Ніким. Якби ви могли взяти інтерв'ю будь-кого, хто живе зараз чи жив колись, хто б це був? Папа Римський, Іван Павел II. А опинившись перед Вуді Алленом, що ви у нього запитаєте? Секрет його довголіття. Хоча це звісно, його секрет довголіття, він женився на своїй дочері. Це був Олексій Тарасов, в студії для вас працювала Настя Сидько. Побачимось!